Северском районе проходит цикл мероприятий, посвященных году семьи. 27 августа в уютном зале кафе собрались многодетные семьи муниципалитета, в которых воспитывают 6 и более детей. С инициативой провести тематический праздник выступила администрация района, а также депутат Государственной Думы Сергей Алтухов. В этом зале сегодня собрались только малая часть тех семей, в которых воспитывается 6 и более детей. И мы очень гордимся вами. Мы на самом деле счастливы от того, что из года в год количество многодетных семей в нашем районе увеличивается. И, конечно, это большая ответственность воспитывать ребенка. И вы, уважаемые родители, с этой ответственностью справляетесь на 5. Сергей Викторович, когда услышал о том, что сейчас намечается это мероприятие, то, естественно, он за 2 руками. И понятное дело, что нужно и поддерживать, и сопутствующие слова говорить нашим будущим ученикам, которые пойдут вот в начале года, 1 сентября в школу. Ну и понятное дело, при любой возможности нужно и поддерживать, и помогать. Многодетная семья – это огромный труд и большая ответственность, которая под силу далеко не каждому. Главный секрет, по мнению большинства присутствующих, прост – любовь и понимание. Теплую дружескую атмосферу создали творческие коллективы района. Особым сюрпризом для ребят стали аниматоры в образе скоморохов, которые организовали веселую развлекательную программу. В конце встречи участникам вручили приятные подарки – которые очень пригодятся к началу нового учебного года.